Калининском районе госавтоинспекторы применили табельное оружие для задержания правонарушителя. Во время патрулирования дорожного движения в станице Калининской инспекторы отдельного взвода ДПС на пересечении улиц Заводской и Ленина предприняли попытку остановить автомобиль «Лада Приора», который опасно маневрировал при движении по проезжей части, создавая аварийные ситуации. Однако водитель не подчинился законному требованию полицейских и попытался скрыться. Включив спецсигналы, инспекторы начали преследование. При движении по автодороге Калининская-Новониколаевская один из сотрудников произвел предупредительный выстрел в безопасном направлении, а затем несколько прицельных по колесам преследуемой машины. Оказалось, что транспортным средством управлял 27-летний местный житель. Мужчина находился за рулем автомобиля с явными признаками опьянения. При задержании оказал сопротивление полицейским. Злоумышленника привлекли к административной ответственности.